Свою руку, пожалуйста. Мне кажется, там-то там слышно. Вампиры, что ли? Интересно. Слушай, это люди просто кричат. Прикрикивают. Это, наверное... Это, знаете, как моряки. Пугают людей. Нет? Мне кажется, это снизу идет. Не оттуда. Снизу пиздец. Да ладно. Хорошо, вот так на даче ночевать, вот так. Видите, вот. Нет, здесь же закрытая территория. Пока не знаю. Какие страшные птицы. А помнишь, как это? На даче у нас. А, кто это? А какой был звук? Ты не помнишь? Охренный, какой-то жуткий звук был. Жуткий, ты еще посмотреть хотел, а я тебя не пустила. Да нет, я вышел на балкон. Она с другой стороны, со стороны забора была. Мужик вышел какой-то, тоже смотрел, по-моему. То ли Валера, по-моему, сосед. То ли его гость какой-то. Ну, что-то да, какой-то такой. А он, по-моему, вот и Николаевская дача. Ну, за ней, за дачей, по-моему, там. Где-то там вот. На дороге. Да, да. Кто-то такой звук издал. А какой? Вспомни. Да я не помню, что страшно. Ну, какой страшно? Я не повторю, но это не человек кричал, наверное. А может, человек дурак какой-то. По этой дорожке бы хорошо пройти. Кормить друг друга. Малыша своего кормила. Ну, полезно. Вот представляешь, если с камеры же вот по этой дорожке пройти, где чайки, как они взлетают. Это так красиво будет, наверное. Может, прокатиться на чем-нибудь. Пойдем опять назад, там, наверное, сядем. Сейчас, подожди. Подожди, сейчас.